Hey, yo, guys, с вами Шимики, мы продолжаем проходить игру под названием Dead Space. Я уже снимаю пятую серию подряд. Как вы помните, мы сегодня дошли до... вернулись, так сказать, обратно. Какой-то врач здесь появился у нас, если верить аудиозаписи. Здесь все стало кровавым, это манать. И здесь вот такая вот махину я нашел. Ну, там обычный. Ладно. Так. Какой-то специальный резак. Силовой узел. Так, это обычное. Я нас... Хотя, мне кажется, когда мы запустим, что нападет на нас. Что это такое хотя бы? Батарея резака. Заряда силового резака. Схема силового блока. Так, это схема магазина, чтобы разблокировать предмет. Что, поехали. Выбраться нельзя. Ой. Синтез антигена завершен. Здорово. Пожалуйста, заберите капсулу. Что ты делаешь? Приеду. Борьба за жизнь достойна восхищения, но твои подруги напрасны. Хотя, может, люди как вид... Не так безнадежны. Неужели лишь я один узрел? Это обычный, типа? Узрел, что мы все давно... Если это босс, то я лучше возьму эту пушку. Но не хотим в этом сознаться. Прекрати свой бег, свою борьбу. Наше будущее, твое будущее, будущее нашей расы, да, оно да, заканчивается да. здесь. Позволь мне познакомить тебя с детьми человечества. Давай. Детьми, которые заменят нас. Нашим лучшим творением. С каким? Так. Ну ладно, нож. О! Ты не сможешь убить это, Айзек! Оно постоянно регенерирует! Убирайся оттуда, беги! Ой! Айзек, беги! Айзек, беги! Сюда, Айзек, бежим! Он же за мной бежит, не? Так, окей. Кажется, я убежал. Ты молодец. Кто-нибудь есть? Повторяю, Айзек. Кто-нибудь? Ни хрена, ни хрена. Иди, черт побери, тебя носит. Я добрался до всех гидропоники. Ой, ё-моё. Очень плохо. Почти не могу дышать. До свидания. Это органическая дрянь тут повсюду. У меня глаза... просто бежим. Я не хочу оборачиваться. Оно на сзади меня. Теперь найди ткани с образцами ДНК. Согласно лабораторным записям, они хранились в отделении интенсивной терапии. Доктор Мерсер, похоже, очень активно их исследовал. Я все еще пытаюсь связаться с Хэммондом, но не могу пробиться через помехи. Айзек, ты должен поторопиться. Хорошо. Эта махина где-то сзади. Так, новый предмет. Хорошо. Силовой блок. Батарея заряда, она, в принципе, дорогая, переместить. Косарь, одна штука. Одна. Да, нормальная цена. Я боюсь, чтобы он на меня не спрыгнул. Так, ладно, давай купим тогда... Хотя нахер надо? Не, нафиг надо, у меня резак очень мощно выносит. Так, по прямой. Наушники поправил. Фонари, туман везде, это чертов. Док, док. Твое
упрямство меня поражает. Док. Держась за каждый вздох, ты ползешь вперед. Ты пытаешься удержать то, что было твоим миром. Ну, док. Но теперь... Ты костюм поменял. Найди радость в осознании того, что твоя смерть даст им жизнь. Рэти, ты костюм поменял? Послушай. Да. Слышишь? Оно уже близко. Блять. Зачем, пожалуйста? А что было там? Воздух был написан. Что воздух? Я только что в диалоге увидел воздух. О, открыто. Здорово. Он лезет. Во-во-во-во-во-во-во. Тихо-тихо, пацанчики. Тихо-тихо-тихо-тихо! Что-то все время блокирует двери. Я взломала защиту. Вперед! Сейчас я ему ноги отрежу. И он больше не побегает. А, он так заново отрастил. Ой. Так, немного отбежать. Ой, двери. У него ноги выросли. Ему сейчас их заново оторву. Ладно, на самом деле уже... Но я не верю в то, что я мог привыкнуть. Пока, приятель. Так, у него опять ножки вырастают. Все. Так, схема. Там кто-то стоит. И сюда, давайте туда. Мне одной хпшки не хватает. Здесь рядышком. Все в порядке. О, патроны. А, я не могу в нее стрельнуть. А, побежали сюда. Только мне бы сохраниться где-то. Так что у нас по инвентарю, пока он не бежит? Так, 100 патронов, хилы есть, заряды есть, чтобы ноги ему отрубывать. Эф, хорошо. Сейф. Здорово. Сейф, здорово. Что-то у нас как-то голова летит, летит, потому что мы бежим от этого регенератора херового. Док, у тебя здесь уютно. Личный дневник, доктор Кэлус Мерсер.
Образец прекрасно реагирует на мои эксперименты. Прочность клеточной структуры, не говоря об эластичности, потрясает. Доктор Кейн вряд ли одобрит мои действия. Но я пока не собираюсь ему что-то говорить. Тем более он поглощен изучением обелиска. Как будто это имеет значение. Да к тому же я заметил у него те же признаки слабоумия, что и у колонистов. Вчера он заявил, что беседовал со своей женой. Хотя Эмилия Кейн умерла несколько лет назад. Книга, которую нельзя прочесть. Идет отлично. Терпение. Твой час скоро придет. Очень скоро. Много разного текста. Добавляю образец 9797 к остальным компонентам. Требуется перемешивание. Тем? Отлично, Айс. Давай, заканчивай. Это уже слишком. Прими свою роль в плане Господа. Смирись со своей смертью. Отказ системы жизнеобеспечения. Точно, побери это выслушание. Он разгерметизировал всю палубу и перехватил у меня управление компьютерной сетью. Весь воздух ушел в открытый космос. А. Ты можешь восстановить подачу воздуха с пульта поста охраны. Поспеши. Да? Давай ты мне покажешь, куда мне идти. Отлично. Ну, ладно. Червяк, отстань. А, я 2 заряда зря потратил. Ну, я же думаю, я же от воздуха сдохнуть, в принципе, так сильно не могу. Страшно, поэтому я бегу прямо. Отцепись от меня, пункт охраны здесь. Ух. У тебя есть все, чтобы изготовить яд. Возвращайся в лабораторию. Что бы ни задумал, делай это скорее. Почти не могу дышать. Я теряю тебя, Хэммонд. Попробуй переключить. Черт, нет сигнала. Я просканирую все частоты и попробую определить его координаты. А ты пока смешай все компоненты. Я не думаю, что мне лучше возвращаться обратно. Так, хорошо. Ну, видите, нас воздух спасает в каком-то смысле. Но он дверь открывать не может, поэтому это хорошо. Он только их ломать может. Так, рюкзак, платы. Продать. Продать баллон. Переместить. Так, сейф. У нас 41 тысяча. 1000 ламп, пускай будет, может пригодиться. Куда мне идти? А, нет. О, все, свет включили. Как перезарядить, стоять? Тяжко, тяжко.
информация по атмосфере. Доклад выживших говорит о том, что некое огромное существо пробралось на палубу гидропоники. Именно тогда начал падать уровень кислорода. Они назвали существо Левиафаном. Ну, короче, думаю, туда смысла нету, да? Ну, там, в принципе, 3 ящика только. Ну, какой факт, что 10 тысяч лучше, чем ящик? Так, у меня есть или нету? Да есть у меня один, ладно. X. Так, здесь у меня все прокачано. Резачок у нас... Пупер-бупер. Кстати, здесь нет. Лазерная винтовка. Поехали. Ущерб, да, будем вкачивать. Потом 2 объема вкачаем. Я буду через эти 2 пушки играть. Ладненько. Может, на лифт? Там же опять этот будет, нет? Обработка запроса. Пожалуйста, ждите. Перемешивание завершено. А, пожалуйста, все? Заберите капсулу. Далее. Надеюсь, яд подействует. Возвращайся на станцию и скорее отправляйся в отсек гидропоники. От Хэммонда пока никаких вестей, так что будь осторожен. Я не буду напоминать, что воздух там отравлен. Я начинаю восхищаться силой твоего духа. Пусть ты не ведаешь, что творишь. Думаю, ты должен увидеть весь замысел. Тебе не стоит отвергать предложение разума Роя. Ты будешь свидетелем. А, куда мы, походу, отправимся, это его, да, место? Его, типа, база, все такое. Ока кровяки. Ока кровяки. Нифига тут. Лазер. Кредиты. Душевая. Айзек, давай, наверное, ты покупаешься, а то что-то ты вонишь. Давно не купался ты. Так. Смерть. Сохраняемся. Очень большое место. Походу будем с ним драться, да? Возможно, ты понял. Мое дело продолжится. И оно продолжится. Я, доктор Келус Мерсер, стану проводником нашего рода к спасению. Эти образцы вернутся со мной на землю, и я распространю их святое величие по всей планете. Дверь открой. Оставлю вас с моим созданием. О, там этот. Окунитесь в неизбежно. Воу-воу! Ой-ой! Тут нету стен! Ой! Я понял, что нужно делать. Я умный.
Я умный. Транспортирую пациента. Если нельзя убить... Будем надеяться, мы больше не увидим. Это... Я смогла взломать установленную Мерсером защиту. Рядом есть еще одна станция вагонеток, ведущая в отсек гидропоники. Давай считать, что времени хватит. Не, а, оказывается, тут было стекло, тю. Мне еще отказалось, что тут стекла нету. Ух, сколько у меня пуль-то. Пули-пули. Мы его, короче, заморозили. Мы заморозили его ДНК, чтобы он не смог, типа, восстанавливаться заново. Поэтому это была идеальная идея, типа. Как все замутить? Ненавижу прямые проходы. А, ну здесь, в принципе, я ниоткуда не выпрыгнут. Так, это другое место. О, денежка. Тут ничего не валяется? Нет. Ладно, просто левый звук. Левый шорох, левый звук. Так, смертельное пристрастие завершено. Приветствие, препятствие. Да, еще меньше потребовалось. Глава еще быстрее была. Так, опасные примеси. Примеси. Но это, скорее всего, имеется в виду коктейльчик. Там же типа у нас травы, как нам говорит, ядовит еще яда. По идее, мы тут еще не были. Да, мы здесь вообще еще не были. Отсек гидропоники, доктор Элизабет Кросс. Запись. Я рада осознавать, что мы сумели достичь почти максимальной производительности. Флора здорова и прекрасно растет. У нас даже образовался избыток свежего урожая. Я хотела отправить его в колонию, но капитан издал запрет на полеты. Я намерена официально оспорить этот приказ. Все знают, что люди внизу оказались в беде. Так почему не помочь им хотя бы свежими фруктами? Ну да. Почему бы нет? Так тут туман этот... Так, ну, в принципе, комната там большая. Я вижу два верстака, сохранял в магазин. Блядь, туалет ебучий. Почему здесь именно в туалетах такая вахханалия происходит? Здесь толчок даже засрали. Ну, зато мыло есть. Где больше трупов, там хуже. Ой, 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 ой. Все? Ой, 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 ой. Они выбираются из воды, я понял. На, не страшно. Они мне урон почти не наносят, то... Не. Так, мне бы... Я отхилюсь, наверное, на единичку. С помощью маленькой. То, что у меня хп же не восстанавливает... А хотя... Не-не, у меня хп же не восстановится. Ладно. Сколько там? Двух ячеек нету. Тук-тук. Ладно, давайте восстановимся. Да, двух нету. Ну одно, ладно, мы отхилились. Поливал тут режим полива. Можно было сначала сказать, а потом поливать. Так, силовой резак. Блин, у меня уже все. Один слотик остался и все. Тихо, тихо, тихо. Хорошо, что ты целый. Не снимай шлем. Воздух отравлен. Я видел. Оно огромное. Хрена у меня патронов. Я заперся на продуктовом складе. Экипаж, который был на палубе,
Думаю, это они отравляют воздух. Они мутировали. Я видел одного из них. Раздувшегося. Они выделяют яд. Надо избавиться от них, пока еще можем дышать. Хэммонд? Я думала, ты погиб. Тебе надо выбраться на чистый воздух. В таком состоянии Айзеку ты не поможешь. Айзек, я сканирую помещение. Он прав, на складе есть что-то огромное, но я не пойму, что это. Мониторы практически ничего не показывают. Осторожнее. Я еще веду туда, аж по прямой. А чё, слышь, ты мне показал сначала туда, а почему теперь наверх куда-то? Помещение огромное. Ну ладно, пойдемте. Здрасте. Это дверь на продовольственный склад, но я не могу отключить систему аварийной изоляции. Слушай, уничтожь капсулу, чтобы очистить воздух. После этого используй яд на Левиафане. На каком Левиафане? Я думал, Левиафан это вот тот, который регенерировался, но мы же его типа убили. Разве нет? Так, хорошо. Переместить. Ни хрена у меня сколько тысяч. И тут еще до хрена тысяча нас. Снова же. Давайте я, наверное, эту батарею продам за косарь. Сейф, батарея за косарь. Продать. У нас 80 тысяч. 50к. Пипец. Может, давайте я куплю себе этих? Хотя бы 3-4, ладно, штуки. Силовых. О, все. Теперь у меня 5 штук. Ой, а что мне с деньгами стоять? Сука. Ладно. Майн. Нужно было хотя. Нужно, короче, теперь 50 держать хотя бы тысяч. То, что я не знаю. 5 батарей набрались. У меня здесь. Да, фул магазин. Хотя, если так подумать, нужно заканчивать серию, только я не знаю, где тут сохранить. Ага, вот сохранится. И все. Так, сохранится. Поэтому, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.